вот предварительно судак, то есть холмик, да, косы, и две особи стоят. Дальше там еще один есть. Вот сейчас будем смотреть, я больше чем уверен, что на 90% будет поклевка. Главное, чтобы я прошел рядом с ними, и ему понравился, им понравился мой воблер. Как говорится, сделать надо все правильно. Ну, приблизительно где-то там они уже, рядом. Сейчас посмотрим. Хорош. Хорош, 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 хорош. Что-то хорошее. Катушка Allegis от Pacifan. Маленькая, удобная, но брать надо с силовой ручкой. Очень мне понравилось. С нагрузкой вполне хорошо справляется. Так. Я сейчас в жару вышел один. Андрей пекло не очень переваривает. Сейчас мне надо с подсоком. Слабину, слабину дал. Ну, в принципе, не очень крупный, но и не мелкий. Ну, двушечка. Воблер GG Бандит 0,20 цвета. Такой судачок упитанный. Поклевка, скорее всего, тот как раз вот что и был. Эхолот. К сожалению, промазал, не смог я реализовать ее. Давайте я вам попытаюсь рассказать и показать, как определить работу воблера, когда вы не совсем понимаете, касается ли тот же самый бандит дна.
Глубина 7,5-7,6 метров. Могу сказать смело, с этой плетенкой 0,19 бандос уйдет и до 8 с лишним метров. Значит, перешел на 0,19 от Юзури дуэль. Ссылочка тоже дам в описании, если кому интересно. Плетенка очень тонкая и очень прочная. Значит, вот видите, работает. Раз назад. Работает. Раз назад. То есть, в принципе, вот по руке мы сильно не чувствуем, роет он или не роет. То есть я не чувствую его в руку. Вот. Не из-за того, что палка плохая или еще что-то. Вот. А из-за того, что воблер плавно работает. То есть он плавно идет, как называю, на цыпочках, по дну. Так вот, он работает, вот работает вершинка. Тык-тык-тык-тык-тык, потом раз назад. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот раз назад. Это воблер на дне. Даю 100% гарантию. Просто многие этого не понимают и спрашивают, как я загоняю воблер бандит на такие глубины. Вы также его загоняете, просто, ну, если у вас плетенка тоже не очень толстая. С 0,20 плетней, ну скажем, европейской, воблер уходит где-то до 7 метров. 6,9, 7. По японской, скажем, маркировке, вот с 0,19 воблер уходит до 8 с лишним метров. Хочу попробовать как-нибудь вот с отпуском на 40 метров. По мультиколору отпускаю на 40 метров. То есть 4 цвета. Так, надо, наверное, вернуться. Здесь особо я не вижу ничего, а там стояла рыба. Вернусь, не буду тратить время. Да и пробежка по воде немножко меня обдует. Очень жарко, штиль. Со скоростью иду 2,5-3 километра. Вода 24 градуса. Повторюсь, катушка от компании Pacifan Allegis, если я правильно называю. Я еще тот англичанин, с силовой ручкой. Очень легкая и мощная катушка. Нагрузка на фрикцион вроде как 12 килограмм. Меняем воблер. Давайте попробуем Цуёки, синенький такой. На Цуёки я одного уже поймал. Попробуем сейчас закрепить результат. Thank you.
40 метров отпускаю, глубина 8 метров, если вы тоже, не знаю, видно вам было, когда я разворачивался, глубина была 8 метров, сейчас даже 8,2, но неважно, 8. Вот, воблер просто работает. И сейчас, вот он, раз назад подал. Работает. Вот, раз назад. Раз назад. Воблер на дне. А, еще хорошо понять, когда воблер на дне, если, допустим, ну, есть какая-то преграда, и воблер хорошо цепляет за нее, то сразу, как бы, ну, вам становится понятно, что действительно воблер на дне. А так вообще понять, ну, в руку очень тяжело. В руку передастся вам только преграда какая-то. А, у бандита, ну, скажем, лопатка закругленная, и он, в принципе, идет так немного... шлифуя дно. Восемь метров. Воблер на дне. Не очень крупный, но судачок. Изредка касается дна, но на дне. Идем на 7 с лишним. Там, по-моему, больше рыбы было. Здесь более явно выраженные перепады. Вот 7,4, 7,5 будет наше самое то. Спиннинг у меня от Sportex. Сейчас в руках серия Magnus Jigging. Полуторачастник до 50 LB тест. Длиной 2,10. Очень звонкая палочка и очень мощная. Какая-то стайка стоит на холмике. Вряд ли это судак, хотя, может быть, среди них один там выше есть. Вот такие места судак любит. Обычно здесь должен быть символ напротив этой горки или над ней. Это косы. Небольшая потычка была. Честно, я ее прошляпил. Очень такая была деликатная. Очень жарко. Чуть-чуть бы ветерок бы подул бы. Ловить было бы поприятнее. Вот это точно судак. До этого были какие-то явные такие черточки. Но не знаю, что это. Если судак, то крупный. Там их два. Ну, вот это вот судак.
данный момент нас интересует судак, который именно у дна, где-то в метре от дна. Даже бывает в 2 метрах от дна. Он атакует сверху. Ну вот Суёки не принес нам ничего. Хотя предыдущая дорожка и от Герман тоже бандит ничего не принес. Попробуем вообще кардинально сменить сейчас приманку. Поставим или Диптандер, или реплику. О, взял. Не крупный, но Суёки нам приносит судачка. Но это не крупный. Это меньше килограмма. Фу, жарко. Маленький, но бойкий. Очень маленький. Это берж. Это маленький бершонок. За хвостик. Иди плыви. У бершика щечки шершавые, у судака гладкие. А я что, не взял? Оригинал у меня есть, а реплики я не могу увидеть. Ну попробуем сейчас трон поставить, возможно, если сейчас я не найду. Поставим вот такой трон. Странно, в другом ящике, наверное. А, вот есть. Поставлю я Демигод. Воблер не вылетает, что радует. Отпустим также на 40 метров. Посмотрим, на 8 оно идет, нет. Данный воблер уже такой более упористый. Да, воблер на дне, причем уверенно. Я бы даже подмотал бы.
Да, с данной плетенкой его можно загнать, наверное, на 10 где-то. На 9 точно. Опа. Жара адская. А судак берет жару. Рыбачить в это время не очень кайфово. А судак ловится. Жара адская. Ну а что делать? Судак берет. Надо ловить. Ловлю судака в жару. Очень жарко. Сегодня штиль. И просто невыносимо находиться под открытым солнцем. Передвигаешься на лодке еще хорошо. Двигаешься троллингом со скоростью 3 км в час, там 2,5. Тоже немножко обдувает, но очень слабо. А джиговать в такую жару просто невыносимо. Да, еще вот мы видим тут много-много всяких симов. Это все рыба. Вот более явно такие, ну, светлые, это под лодкой, а более мутные, это по бокам где-то. И холод их просто краем луча черпает, задевает. Вот такие места любит судак, то есть как бы, да, косы. Вот они, перепады на черном хорошо видно. И судак, как правило, стоит на верхней точке. Бывает, конечно, и в ямке, но чаще всего на косе. Пока я вот здесь никого не вижу, ну, только в боковых лучах вот есть, где-то на косе стоит судак, он где-то или справа, или слева. Если передвигается, может зайти. Вот какой-то значок, может быть, судачок. Но мимо. Попробуем сейчас сменить воблер. И чем-то его соблазнить. Очень жарко, даже вот не обдувает. Вот, коса, возвышенность, и стоит мне крупный судак. Ну, скажем, до двушки там. Пятно было яркое, соответственно, стоит у нас подлодка, почему я на него обратил внимание. То есть если держать курс прямо, то есть шанс, что мы, ну скажем, зацепим его, что он обратит внимание на наш воблер. Вот интересный символ. Я бы сказал, что это судак. Он ярко выраженный, то есть подлодкой. И стоит тоже вот, ну как бы, да, на возвышенности, скажем так. И в метре от дна. То есть я вот судака ищу так. То есть в метре от дна, если я вижу символ, и чаще, ну часто, допустим, бывает так, что ну, вот где-то сейчас, чуть попозже, вот должна поклевка быть. Скорость пробежки картинки, мультика нашего, меньше, чем скорость движения лодки. Поэтому он исчез, вот сейчас, по идее, где-то вот сейчас должен быть там. Я вот по берегу просто так смотрю тоже. Оригинал от Шторм Deep Thunder. Особенно в цвете хром. Мне очень много принес хорошей рыбы. Вот будем считать, что это судак.
довольно-таки крупный. Посмотрим сейчас. Подмотал на 30 метров. В этом году я тестирую довольно-таки много разных снастей, катушек, спиннингов, приманок. Все за одну поездку точно не проверю, поэтому в течение сезона наблюдайте, много чего будет интересного. В том числе, я говорю, сейчас у меня в руке Allegis от Pacifan, спиннинг от Sportex, приманка, новинка от German. До этого показывал еще один спиннинг, тоже еще покажу, не знаю, там как видео, это у меня все там разложится. Значит, еще один спиннинг от Sportex, катушка от Abu Garcia Max Toro. У Андрея, значит, Toro S катухи, дайвовские палочки будут, вот, еще катушки будут, куча разных приманок от новых фирм, от компании Olta, от Cerebita, от German новинки. Еще что-то я брал, Yuzuri будут. Вот, много чего интересного, что-то наверняка сразу и не вспомнил. Вот, много разных палок, в том числе и Максимус. Кое-что покажем. Повторюсь, не обещаю все именно в этой поездке. Если бы рыбалка была бы не такая трудовая, то я, может быть, там уделял бы снастям побольше времени. То есть, ну, скажем, да, два дня отрыбачил на одни вещи, следующие два дня на другие, и можно делать таким образом серию фильмов. Но, к сожалению, рыбалка трудовая, и чтобы вам показать какой-то прилов, ловы какие-то, поимку рыбы, скажем так, на данные снасти, ее, соответственно, нужно поймать. Но ловится она не всегда. Воды много, вода уходит, но ее много. Судак разбросан по водоему, и какие-то выходы у него короткие, скажем так. Мы находим его. Вчера мы поймали 11 хвостов, из них 6 отпустили обратно в воду. Скажем, недомерки такие, грамм 800. Попадается и крупный судак, брали на 4, на 3 килограмма, на 2 с лишним. Вот, но больше 4 пока ничего не было. Игра воблера, кстати, довольно-таки странная. Ну, то есть, как бы, по спиннингу не явно выраженная. Но это все видно и передается в руку. Опять же, по поводу палочек. Многие говорят, допустим, как ты, Илья, отслеживаешь игру приманок на такие, скажем, жесткие палки. Вот. Я вчера, значит, полоскал Yuzuri Long Bill 90 SP на данную палку. Или, по-моему, даже на Magnus Bot. Вот. И кончик, да, сильно не сгинался, скажем так, практически не сгинался. Но игру воблера видно было по самому кончику, и скажу даже больше, я чувствовал непосредственно в руку вибрацию игру воблера. То есть, когда, когда мы ловим на вертушку, мы же не по кончику смотрим, а чувствуем, как она передает нам в руку. Вот здесь то же самое. То есть палка жесткая, да, она практически может не сгинаться под легкими приманками, под маленькими, но игру воблера чувствуем мы в руку. Поэтому ничего страшного. Вот на данной палке можно проводить мелкие приманки, миноу, типа лонгбилла. Вполне все передается в руку, и мы контролируем приманку полностью. Бояться не стоит. Кстати, чем жестче палочка, вот, ну, как бы вот так, такого плана, да, вот они жесткие, видите, да? Строй у них быстрый, они жесткие, вот, тем чуйка лучше. Это вот если вы еще не ловили на такие палочки и приобретете, вы меня потом поймете. Ну что-то молчит наш белый друг.
пока ты молчишь. Приманки новые, я их еще ни разу не купал, вот вместе с вами сейчас пробую. Но оригинальные приманки, опять же, кстати, не каждый цвет. Вот в хроме вот данная приманка Deep Thunder оригинальная. Прекрасно ловит, она у меня вся коцанная. Очень много принесла мне трофейной рыбы. Очень упористый воблер. И протаскивать его вот таким образом, такими качелями, довольно-таки сложно. Даже такой жесткой палкой. Данную проводочку я обзываю качели. Ну, в принципе, типа твичинга, но это как бы, я не знаю, анимация приманки. Скажем, проводка качели. Мы подаем вперед и уходим назад. Раскачиваем воблер. И когда мы назад подаем приманку, приманка приостанавливается, перестает практически играть. В этот момент и происходит чаще всего поклевка. А когда мы проводим вперед, мы немного ее, наоборот, усиливаем, интенсивнее делаем игру. Бывает также тоже поклевка, но чаще всего на отдаче. Блин, очень жарко, я весь мокрый. Сейчас вам покажу свое лицо, как я вспотел. Вот такой я весь вспотевший. Все, ладно, Андрюха звонит. Я поехал за ним, и мы поедем сейчас ловить в другом месте рыбу. Все-таки я не зря верил в Цуёку свою. Тяжелый. Хороший, хороший. Андрюх, в стакан. Давай, Андрюх. Давай, подержу, а то выматываю. Блин, короче, не крупный, а такое ощущение, что... Довольно-таки шустрый какой-то он, бойкий. Да, 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 вот я сейчас тоже тяну. Есть! Ох, стой, 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 стой! Фрицон, фрицон, фрицон! Слушай, скорость 3,2-3,5, короче. Слушай, а может быть это бага? Не думаю. Ой, не думаю. Ну что, подсак, да? Давай, давай, я уже рядом, да. Пока не давит. Вот теперь давит. Ну только Никилош, я говорю, сумасшедший. Ну, двушка должна быть. Конечно, там не пятак. Не, ну мне до этого, блядь, прям вот он пук и повис. Слушай, может быть, мы нашли. Ну, они тяжелые, блин. Смотри, подальше, подальше. Ой, хороший. Поздравляю. Ну, это, конечно, не сильный, не сильный бойкий трофей-то. Ну, нормально. Так, где-то так. В районе трюнделя, трюндель, да? Трюндель, да. Трюндель, 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 трюндель.
трюндель. Так, мне на надо трон смотать.